Всем привет, вы на канале Сойка. Сегодня у нас новый рецепт. Тигровые креветки в соусе карри с ананасом и жасминовым рисом. Посмотрите, какое нарядное праздничное блюдо у нас получится. Все граммовки будут, как всегда, в инфобоксе в описании под видео. Давайте начнем готовить. Нам понадобятся тигровые креветки. Жасминовый рис, зеленый лучок, соус карри, у меня покупной, брокколи, замороженная была, ананасы кольцами в собственном соку, можно кусочками. Рисовый уксус. Здесь у меня стебли бамбука, но можно обойтись без них. У меня просто осталось после суш. Кунжут. У меня черный, можно белый. Сотейник. Насыпаем рис. Промываем его. И заливаем водой в соотношении 1:1. Доводим до кипения, накрываем крышкой и варим на слабом огне в течение 10 минут. Чистим наши креветки. Хитин снимается легко. В конце можно потянуть за хвостик, и она сама легко выйдет. Теперь убираем кишки с внешней стороны и с внутренней стороны. Многие с внутренней стороны не убирают. Но это надо делать обязательно, иначе это неэстетично и неприятно. Вот такая чистенькая креветка. Креветки очистили. Приступаем к нашим овощам и фруктам. Брокколи нарезаем на 4 части. Также на кусочки нарезаем ананас. Стебель бамбука можно не использовать, повторяюсь. И зеленый лучок. По истечении 10 минут снимаем рис с огня. Посмотрите, какой у нас получился рассыпчатый. Вода вся впиталась. Опа. Все, добавляем в него нашу заправку, рисовый уксус. 1/3 часть кунжута оставляем немножко для украшения. Аккуратно перемешиваем. И, естественно, подсаливаем. Все, под крышку и убираем в сторону. На разогретую сковороду добавляем растительное масло, у меня оливковое. Немножко прогреваем его и выкладываем наши креветочки.
Обжариваем 1 минуту на сильном огне. Переворачиваем и жарим еще 1 минуту с другой стороны. В этот момент креветки можно подсолить, но я не подсаливаю, потому что у меня сам карри достаточно соленый. Поэтому прежде чем солить креветки, попробуйте ваши карри. Убавляем огонь под сковородой с креветками и овощами до среднего. Вливаем наш соус карри, перемешиваем, пробуем по вкусу, если надо, подсаливаем. Доводим до кипения и тушим 1 минутку. Добавляем зеленый лучок, перемешиваем и снимаем с огня. Давайте сервировать наше блюдо. Я беру вот такую маленькую мисочку, добавляю немного растительного масла и вот так вот салфеткой ее промазываю. Выкладываем в рис. Слегка его утрамбовываем, но так, чтобы он не стал клейким, липким комком. Накрываем тарелкой, в которой будем подавать, и аккуратно переворачиваем. За счет масла рис легко выйдет из формочки. Вот такая ровная, красивая горка. Выкладываем наши креветки с соусом карри и ананасами, и брокколи. Вот так вот по кругу. Я еще дополнительно поливаю соусом, потому что его там много. Посыпаем кунжутом. И наше блюдо готово. Обязательно попробуйте, приготовьте. Это очень-очень вкусно. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Приятного всем аппетита. Пока-пока.